Привет, друзья! Сегодня знаменательное мероприятие в нашем районе — охотничий биатлон. Значит, все как и раньше, как и прежде. Бежим 3 километра, стреляем один огневой рубеж. Побежим сегодня я, Саня и новый человек у нас в коллективе. Вот Алексей, поздоровайтесь. Готовы ли к соревнованиям? Конечно. Ладно, давай. Настрой вроде боевой пока. Сейчас зайду, покажу рубеж огневой. Значит, регламент соревнований таков. Бежим 2 километра, стреляем на рубеже и дорабатываем километр еще на лыжах. Дистанция стрельбы 25 метров. Сейчас дойду до рубежа, все вам покажу. Снимать сегодня больше буду с головы, потому как времени, наверное, не будет. Посмотрим по ходу дела, как и что. Очень интересное мероприятие, мужики, очень. Жду его с нетерпением. Поготовиться мало сегодня, в этом году удалось. Ну, побегал немного на лыжах. Стрелял мало. Дальше не судите строго. Значит, вот такой огневой рубеж. Стрельба будет вестись из-за красной линии, из-за линии флажков. Участвуем. 25 метров дистанция. Стрельба ведется из гладкого ружья. Это первым еще, может, что-то как-то чуть-чуть. А дальше все в конце. Вроде бы недалеко, но после пробежки у нас руки трясутся довольно-таки сильно. Как-то так. Ларс сегодня не снимает. По семейным обстоятельствам вести съемку у него получается гораздо лучше, нежели у меня. Что получится, то получится. Да, по поводу участников, наверное, будет участвовать. В прошлом году участвовало 12 команд. Наша команда заняла 5 место. В прошлом году бежал на лыжах Поскрякова на камусных. Для биатлона лыжи, ребята, абсолютно не подходят, потому как у них нет наката. Сегодня побегу. Ездил на завод на Кировский, на лыжный комбинат на Новоярске. Выбирал лыжи. Старался выбрать по весу полегче. И, в общем, вес моих лыж составляет 1 килограмм ровно. Ну, там, может, немножко крепления, ямочки добавил. Килограмм 100, не больше. Немного волнуюсь, извините, бывает. Собираются участники, тут такое грандиозное мероприятие, жарят шашлык. Ну, в общем, весело бывает, очень весело. Всегда ждем это мероприятие. Собираются здесь люди потихоньку. Сейчас будут раздавать номера участникам. Ну и далее по списку. Ладно, отключусь пока. Некоторые из участников уже пробуют лыжню. Сейчас проедут, прокатят, наверное, попримут немножко на снегоходе. Подразомнут, потому как за ночь немножко снег схватился, появился наст. Мяли лыжню вчера. Первая десятка.
Сюда хорошо бегает. Тоже так, не скажу. Отдача большая она. Ну ничего. Че, как бежится? Можно вообще пойти в целый бежать. Да. Рядом с людьми. А это жестко будет бежать. Отдача большая, да? Отдают лыжи, сильно отдают. Ничего, Юра бежит, смотри. Вообще я на кроссовочках побегу нормально, нахуй. На сапогах надеть, не больно хорошо. Сейчас узнаем мнение. Мне кажется, что мы хоть какой-нибудь. И чё, как? Плохо? Клёво, да? Так и так, но... И помазать, и помазать. А чё их? Наверное, смысла нет мазать. Может, поотпустить немного снег, так лучше было. Да лучше в целое, блядь, в целое тоже не разъезжаться будет разные стороны. Блядь. Ну меньше, мне кажется, все равно есть. Так, сбор там командует. Вот командует сбор. Это значит парам. Вешурик. Бридей, второй, третий. Заберет. Давай за него. Раздают номера участникам соревнований. Безобразие, да? Что хотел? Овчинников Сергей Юрьевич. Сергей. Сергей Борисович может? Борисович. Овчинников Сергей Борисович. 30-й, да? 29-й номер. 29-й. Что, все в разных десятках бежим? Нормально, наоборот, хорошо. Нет, мы вместе. А вы вместе в одной? 19-й. Это первая десятка. Самая. Какой? Так что, 5-4. Это лучше, когда они самые. Промут лыжню так хорошо. А что, там нечего разбивать? Там нечего разбивать. Наоборот, пока что лучше любовь побежит. Да я тебе говорю. Что, отдачи не было. Пока что легче было. Так, какой номер-то? 9. Какой 9? 19-й Саня. У тебя, Лёха, какой? 13-й Лёха. Я 29-й. Не пиздец. Саня с Лёхой бегут в одной десятке. Я за ними. На их пиздец. После... Догоняю. Догоняю, Лёха. Лёха, пока догоняю. Отключаюсь. Как догоню? Участники начали стартовать. Участник готовится. Рядом. Вторым, да, попал, нет? Я, блядь, не вижу, пиши на тебя. Нет, он попал. Одна мимо точно, одна мимо. Второй мимо. В этом, в черном, да? Обе в черном, одна мимо. Сереж, две в черную. Да? Вроде бы, да? Ну, вот там тоже мимо. Дай его, Валя, одна только зацепила черную. Одна только, да? А вроде, вроде выше, выше, выше вроде уходили. Вроде выше стрелял. Шестой или седьмой? Два только попал. Два раза. Видишь, ты хорошо? Конечно. Первый. Что, как соперники стреляют? Все в одно место. Герасимов. Плохо. Плохо, да? Дай посмотри. Три пули в пулю. Ты меня потом корректируй, я могу не видеть. Ты мне кричи. Все в одно.
одно. Все в одно, да. Все три штуки. Точно в одно место. Блядь, что поправку-то не брал? У него так заебись летит. Вот, поправей был послужить. Да и правее просто. Вот это хорошо. Три уже попал. Кто стреляет-то? Серега. Как он? Манный. Инструмент. Он по какой стреляет? Четвертый, наверное. Должен быть. Да? Не торопись, Серега. А, он два раза попал, получается, один выше. Ты четвертый, да? О, упал. Вот это хорошо. Хорошо. Три попадания. Молодец, Серега. А что, что стреляет, парень? По какому номеру? Линии прошлогодняя, привет вам! Ура! 18-23. Падают тут ребята немного. Ну что, так и не выстрелил? Пружины у него слабые. Вообще не выстрелил. Вообще не выстрелил. Ни разу. Это обидно, блядь. Включилось. Подводишь, блядь, команду. Так, Алексей у нас готовится. Давай, Лёх, постарайся. Сделай все возможное и даже немного больше. Что, как бежится-то? Как бежится? Нормально, да? Не разъезжается? Или есть? Целано. Давай, Лёх, давай. Драгоценные секунды, давай быстрей. Только на лыжню смотри. Давай. Пошёл, давай. Да, в спорт. Давай, Лёх. Давай, немного осталось, давай. Сколько у него? 23.56, считай, 24. Минус. У тебя что получается? 3 минуты, да? Так. Или 2. Ладно, что? Нормально. Попал ли? Алло? Нет? Давай. Первый ушел. Нет. 20-й? А это какой пришел? А? Первый пришел. Кто? А, это первый пришел, да? Номера сразу, это, в машину. Нет. А, разбирай. А тоже вверх-то, смотри, вверх-то тоже. А что ты говно-то не увидел? Кому заебись, они наоборот легкие лыжи. Осиновые там, легкие. Да, для биатлона-то вон они у меня тут килограмм весят, я выбирал, безменно выбирал. Я прошлый год на осиновых-то ехал, я думал, я умру, не дойду я. Тяжелый, я не знаю, и все, и вообще она, то есть, она не едет. Илюша, сюда иди, Илюш. Подержи ружье. Оно лучше, когда и туда обратно. Я никогда не претендую на какие-то лавры. Саня, давай быстрей, добавь! Как сказать? Просто мне надо... Ну как же вот... Давай! Ага. Патроны.
Ну что сказать, друзья. Пробежали. Ждем результаты. Отстрелял, конечно, хуже, чем хотелось бы. Но на зачет отстрелял. Три попадания было в габарит. Это зачет. На ногах вроде отработал хорошо. Не знаю. Вроде хорошее время. Парни так вроде ничего. Посмотрим. Ни на что пока не надеемся. Но девиз. Главное не победа, а участие — это не наш девиз. Вот так вот. Нам нужна победа. Ладно, буду включаться на награждении. Смотрите, было интересно. Немного хапнул адреналинчику. Интересное мероприятие, приятно, что проходит в районе подобного рода мероприятия. Охотничий праздник, так его можно назвать. Ладно, все, включаюсь пока. Включусь на награждении. Так, ну что, команды все построились? Да, точно. Даже больше. Ну и так, мы подвели итоги. Соревнования наши закончились. Самая приятная, радостная вещь, наверное, будет сейчас. Кто-то что-то выиграл, кто-то что-то немножко не дотянул. Никто не проиграл. Все получили заряд энергии, здоровья. Ну и какого-то. Погода сегодня хорошая очень. Ну, начинаем вручать, как это, за счет результат сегодняшней нашей встречи. Начинаем с команд, начинаем с третьего места. Третье место в упорной, страшной борьбе, практически первое, там у них все, разница небольшая. Дружба 2. Торговый номер 3. Пристой. Город Пристой. Так, команда, занявшая второе место, очень тоже сильно пробежали. Вообще молодцы все. Ну, немного проиграли первый, немного выиграли третий. Команда второго места — ООО «Лес». Так. Я попадал. Очень приятно наблюдать главу администрации Кулинского района. Глава. Когда главного мы его. Ну еще раз спасибо. Также команда получает почетную грамоту. Повесит, наверное, не знаю. Ну, в администрации, короче, где-нибудь. На центральном входе. Так, путевка «Лось Сигалеток» бесплатная, сертификат. И также торговый дом «Экстрим». Куча сертификатов подарочных. Ура! Ура! Все молодцы. Давайте мне сначала главное. Ну? Так, я сейчас говорю. Интрига. Разница между первым и вторым — 20 секунд.
всего между первыми и вторыми командами. Это будущее. Ну и причем еще скажу тоже, что в этот раз, как бы мы это, ну в принципе это есть по правилам, то есть у двух участников прошел, как бы, габарит, но полоска мишени была разорвана, поэтому, ну как бы, пуля есть. Чертание есть, разрыв считается попадание, а так бы они ни хрена бы не выиграли. Ну что, энерголес? Ура! Вот, я сказал, что у вас... Шестикратный призер, двухкратный чемпион! Сами, сами. Самое главное. Ура! Не зря интервью давал. Не зря, я же вам сказал сразу. Папа! Тяжелый, как ты делал? Настоящий. Шоколадные. Золотые, настоящие. Трехкратно ура чемпионам! Что, друзья, сказать, немного не повезло. Расстроен. В призах мы не оказались в этом году. Но что-то смутило меня то, что на финише мне судья сказал 13 минут, а уже после обработки данных почему-то получилось 15, и вот это меня немножко смутило. Ладно, посмотрю, меня полностью вел записи одним дублем, сколько минут я пробежал дистанцию. Рано пока что-то говорить. Если выигрывать, конечно, надо выигрывать с большим преимуществом, и что-то там уже потом доказывать. Ладно, спасибо всем, кто был со мной, кто поддерживал. Всем удачи, всем пока, до новых встреч!